глянем в лицо самим себе, то, что произошло с Джейсоном, может повториться. А может случиться и что-то похуже. Спасибо за старание, а теперь я буду с Джейсоном. Как она может быть с Джейсоном? Нет, Шерил! Шерил! Только так мы можем обновиться, очиститься. Твоему отцу грозит срок. Мать далеко и погрязла в долгах. Змеи своих не бросают. Мы прикроем. Баки? Он переезжает к опекунам. Почему ты пытаешься выкинуть Фреда из проекта? Возвращается папа. Они с Фредом не сработаются. Я не продам свою честь. Доставай бумажник! Наша история продолжается. Празднество от мэра должно было все изменить, перелистнуть страницу. Но с наступлением утра Ривердейл так и не смог перестать жить в кошмаре. А тем временем Арчи Эндрюс, который даже на права-то еще не сдал, несется как сумасшедший по улицам Ривердейла, пытаясь обогнать смерть. Давай, пап, держись. Папа, еще немного. Приедем, тебя подлатают. Не отключайся, прошу, держись. Знаете, вообще-то я не верю в чудеса. Но то, что Арчи довез своего старика до больницы, не убив пикап, было чудом. Помогите! Кто-нибудь! Помогите моему папе! Сюда! Боже, что произошло? В него стреляли. Есть аллергии, противопоказания? Сэр, слышите меня? Как вас зовут? Его зовут Фред Эндрюс. Один прострел, пуля внутри. Большая кровь.